Так, ребятушки, нужна, короче, помощь. Вот вал BMW-шный, G6. Это вал маздовский. Вот он мой хаб маздовский, HKS-овский. В общем, нужно сделать так, чтобы он налазился. Человека, который мне это все нарежет, я нашел. То есть мне сделают новый хаб, и все будет замечательно. Но есть беда. Ему нужен этот вал. Разбирать коробку мне максимально бы не хотелось. Может быть, у кого-то есть диски сцепления, либо первичный вал, либо получается просто вал для выставления сцепления с такой шлицевой. В общем, если у кого-то такая вещь есть, пишите, пожалуйста, хотя я очень сомневаюсь, потому что коробка свежая и такой шлиц очень не распространен. Ребятки, постпродажи. Кого интересует дашборд Singatech 30 тысяч рублей. Он почти новый, немножко проехал. Сейчас новый такой стоит около 56 тысяч рублей. В общем, что он может? Он видит у нас обороты, давление масла, давление наддува, смесь, спидометр, тахометр, температуру масла, температура воды, температура ЕГТ, вольтметр. У него все свои сенсоры. Что у него показывается замер скорости 0-100, можно показывать. Одометр у него есть, общий пробег, тахометр, время прохождения круга к нему подсоединяется, да, дату он показывает. В общем, вот такая крутая штука, которая показывает все. У меня сейчас ничего не показывает, потому что мотор снят. К нему также идет такой вот блок управления, грубо говоря, это юнит. Комплект состоит из дисплея, получается, юнита блока управления, проводки и всех сенсоров. Продаю почему? По причине того, что у меня теперь стоит Экомастер, и у Экомастера есть Bluetooth, и он поддерживает планшет. Вот. И на этот планшет выводятся все показатели с моего мотора, поэтому эта вещь мне больше не нужна. Но так, в общем, хочу сказать, что логов было, ну, ничего не глючило, все работало замечательно. Поэтому теперь это все в продаже.